Хотим наши три озера привести в порядок, почистить, углубить озера. Они не чистились более 40 лет. Огромное количество ила до 2 метров. Мы хотим их почистить, привести в порядок берега, сделать плавучие острова на самих озерах, чтобы люди могли видеть не только плавающую птицу, а и размножающуюся птицу. Они смогут их кормить, они смогут за ними наблюдать. И мы вводим такое понятие, как фотоохота. Мы хотим при расширении экопарка создать такое понятие в Украине, как фотоохота, как в деревне Простоквашино.